Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сразу же хотел бы начать с того, что у нас более недели не выходили новые видеоролики. Сразу же извиняюсь за это недоразумение, надеюсь, что они будут в ближайшее время выходить чаще. Ну а сейчас больше укол, конечно, у нас ведется на ТОВ турниры. Возможно, видеоролики какие-то пойдут на данные темы, поэтому если вам нравится смотреть видеоролики, которые у меня получалось записывать на протяжении прошлых пару-тройку недель, вообще просто по КД, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну а сегодня у нас немножко другая тема. Сегодня, как вы видите, у меня осталось уже две звезды до окончания нашего любимейшего челленджа. И, как я уже сказал в предыдущих видеороликах, для меня этот челлендж не был каким-то сверхскоростным, и мне вообще, по сути, не нужно было никуда торопиться. Я спокойнейшим образом набивал эти звезды, нашел для себя новое интересное вооружение, про которое я бы хотел бы рассказать в данном видеоролике. Ну и, конечно же, в конце видоса откроем те самые контейнеры, получим новый скинчик. Я вот думаю, что данная катка даже пройдет побыстрее, дабы не затягивать тут ничего. Ну а что касаемо вооружения, то скажу вам небольшую предысторию. Я начинал данный челлендж набивать исключительно на одном корпусе. Как вы уже знаете, Хорек сейчас реально им будет в матчмейкинге, за счет него можно зарабатывать большое количество опыта. И при всем этом раскладе я искал какие-то новые определенные пушки для себя. Как же я обожаю, когда у нас такие ситуации происходят. Я даже не хочу сейчас ничего тут перезагружать. Быстро-быстро-быстро обновимся. Надеюсь, все будет у нас тут грамотно. Что касаемо критов, не буду вообще ничего говорить. Это заезженная тема, которая вылазит постоянно и везде. И даже если раньше, условно говоря, у меня в катках была максимум одна крит-ошибка, то есть один бой, максимум одна крит-ошибка, то сейчас бывают карты, на которых у тебя может быть 3-4 крита вообще спокойно, да? Но не в этом суть, не в этом сегодняшний смысл. А смысл у нас в том, что начинал я данный челлендж набивать на Хорната Магнуме. Данное вооружение для меня было очень интересным, и на протяжении, наверное, пару-тройки дней, когда я вечером заходил выполнять заданки, я выполнял заданки и плюс при этом всем раскладе катал на данном нагибаторском сочетании. Но в какой-то момент я понял, что бывают моменты, когда реально нагибают, реально не получается что-то сделать на данном сочном грамотном сочетании, и приходится что-то придумывать, что-то менять, нестабильные звезды какие-то начинаются. И в тот самый прекрасный момент я решил попробовать Гаусса. Я просто взял данную пушку и понял, что это та пушка, на которой я набью все оставшиеся звезды. Мне не надо было бы вообще больше ничего придумывать, потому что по сути сейчас на данной пушке при любом раскладе, при любой карте вы можете забрать 6 звезд, и я вас в этом уверяю. Все, что вам нужно сделать, это грамотно найти позицию на карте и четко понимать, что вам нужно сделать в той или иной ситуации. Ну а за счет того самого Хорька, именно таки его овердрайва, вы можете стабильно набирать больше 300 опыта в любом бою. Потому что вот, например, сейчас, хоп, и два противника остаются с минимальным количеством здоровья. Один вообще вовсе уходит на респ, второй остается на минимальном. И вы просто постоянно сводитесь, уничтожаете. И в этом есть даже не только плюс в том, что вы получаете звезды. Ведь есть ребята, которые выполняют ту самую войну, и за счет данной пушки вы можете еще дополнительно набивать киллы. То есть на ней это делать намного таки проще. Понятное дело, что если вы будете играть в ДМке, либо же в Джиггернауте, то у вас получится набивать больше киллов. Но если вы играете командные бои, то использование данной пушки и корпуса является наилучшим решением, как по мне. Ну, это та, наверное, небольшая история, которую я бы хотел бы вам рассказать. И вообще, чтобы вы в каком-то роде пересмотрели свое мнение про данное вооружение. Возможно, кто-то не верит в то, что данная пушка вообще может нагибать, и то, что она сейчас реально та самая, на которую можно вообще по сути не менять. От нее и резов-то почти нету, и играбельна она везде, и позицию можно найти на любой карте на данной пушке. В общем, очень много плюсов. Я уже не раз об этом рассказывал, но захотел добавить в данном определенном контексте.
Что касаемо, ребят, звезд, это были для меня, наверное, одни из самых изёвых звезд за последнее время. Это даже не из-за того, что я играл на определенном вооружении, то, что уделял небольшое количество времени, да, как бы я не акцентировал своё внимание вообще на этом челлендже. Я не думал о нем, я больше концентрировался на каких-то турнирчиках, заходил, просто выполнял заданки, да, может быть, там еще с парня немного поигрывал. Ну, один стримчик, кто не знает, тот может посмотреть, мы провели довольно-таки такой продолжительный, за данный стрим я набил, если не ошибаюсь, 600 звезд, и я вообще бы не сказал, что они были сложные, они реально были простые, и я, если честно, в какой-то степени даже поражен от того, что сейчас, когда имеются овердрайвы, когда постоянно тебя пытаются за счет этих оверов нагибать, у меня получилось довольно-таки просто заработать данные 1750 звезд. Понятное дело, что это в данном месяце не окончательное число, а мне придется набивать данный уже не челлендж, а именно войну превосходств дальше, дабы получить те самые 300 заветных танкоинов. Понятное дело, что если бы не было бы данной игровой уже второй, можно так сказать, валюты, то у меня бы вообще, по сути, не было бы желания это делать. Но так как за счет данной валюты можно будет потом купить боевые пропуска, я думаю, что добить 2000 киллов, которые мне остались, не составит большого труда. Притом у нас осталось еще чуть менее 2 недель до окончания той самой войны. И я думаю, что даже спокойнейшим образом, просто выполняя заданки и по вечерам немножечко катая матчмейкинг, можно выполнить данную интересную войну и получить заветные 300 танкоинов. Ну а что касаемо данного боя, то здесь у нас все довольно-таки неплохо складывается. Остается уже 25 секунд до конца. Как я и сказал, спокойнейшим образом, даже в таком разговорном стиле, у меня получается забрать здесь 6 звезд. Катка еще и при всем этом раскладе выигранная. Противник особо не таскал, да, понятное дело, что карта не совсем удобная для увоза еще и в штурме. Но все же можно было бы с их стороны попытаться, но они, можно сказать, просто пофокусили нашу команду, и ничего у них здесь не получилось. Ну а я получаю свои заветные 6 звезд и получаю 70 уровень челленджа. Давайте отправляться в гараж, посмотрим, что у нас там вообще имеется. Посмотрим на тот самый Gauss Prime. Надеюсь, сейчас не будет никаких крит ошибок. Вроде как я успешно прогрузился в гараж. И, к слову, Gauss Prime отлично сейчас как раз таки мне пригодится, потому что, по сути, я уделяю большое время матчмейкингу на данной пушке, и поэтому такой вот уникальный скин, почему бы и нет, почему бы и нет. Можно еще ко всему этому одеть хорёчек Prime, если не ошибаюсь, то он у меня был, да, и вот так вот смотрится данное интересное вооружение. Что касаемо диктатора, было бы тоже неплохо на него посмотреть. Диктатор XT, установить. Да, неплохо. Неплохо. Если вообще судить по челленджу, понятное дело, что я могу сейчас акцентировать внимание на этих пустых слотах, все это хейтить, но что касаемо последнего приза, он довольно-таки неплохой, да. Я соглашусь с тем, что Gauss Prime намного лучше, чем какая-то там рельса, либо хорек, либо еще что-то. Ну и ко всему этому диктатор, тот самый корпус, который в каком-то смысле мне даже, может быть, пригодится, а такой вот скинчик тоже довольно-таки грамотный у нас имеется. Ну а мы давайте будем уже приступать к открытию наших контейнеров. 56 штучек у меня имеется. Я не знаю, как их открывать. Последние два открытия у нас были просто печальнейшие и неудачные. Ничего мне годного не падало с них. Но давайте понадеемся, что может что-нибудь сегодня мне упадет. Я не знаю, осталась ли во мне какая-то удача, либо же падает вообще с этих чего-то контейнеров. Я третий раз открываю по писяточке, а уже золотое, нифига себе. Краска золотой механизм, а что это за краска такая? Я такую краску вообще впервые вижу, это что такое? Друзья мои хорошие, отпишите, пожалуйста, в комментариях, что это за краска. Чё-то я вообще не в курсе, что это такое. А что это за краска? Это какая-то новая? Или что? Впервые вижу такую. Впервые вижу такую краску. Я немножечко даже в шоке. Это анимированная краска, созданная из дамасской стали, генерируемая редких золотыми ключами. Не только притягивает взгляд, но и дает понять, что вы цените красивые редкие вещи. Нифига себе. Редкую вещь я ценю. Ничего себе, грамотно. Может, за такое даже стоит лука спражать. Я не знаю, что это за краска. Впервые вижу, вроде как
Чё-то годное с трех контейнеров-то упало. Чё-то годное. Еще и фиолетик следующий. Чё? Это чё? Что ли, открытие какое-то божественное? Ладно, эффект на шафт, конечно, не то, что мне надо было. Но, в общем и целом, если это какая-то жесткая, аппетитная, сочная краска, то довольно-таки неплохо. Я думаю, что после видоса можно будет прочекать. Как открывать контейнеры? Вот в чем вопрос. Пока я щелкаю по единичке, я вам скажу, что не так все плохо падает. Еще и краска Сахара упала. Та самая, похожая краска, которая у меня была не куплена. И таких красок у меня осталось ровно 4. Они стоят больше 50 тысяч кристаллов. Именно столько может упасть у нас с синего свечения, если не ошибаюсь. 50 тысяч кристаллов падало или сколько? В общем и целом, короче, не помню сколько точно. Но именно для меня это был такой определенный порог, когда я скупал все краски. И я решил, что не стоит их докупать, а стоит остановиться именно на этом. И поэтому... Как-то так, 4 красочки у нас еще в гараже осталось. Давайте я лучше одену вот эту вот аппетитную сочную краску, которая мне дропнула, потому что я хз. Я хз, мне кажется, что в ней мне должно фартануть. Только бы еще найти эту красочку, было бы неплохо. Вот она, золотой механизм. Офигеть, я впервые вижу такую краску. Серьезно, отвечаю, я не знаю, может быть для вас это знакомая краска, и вы вообще знаете, что это такое, но... Для меня это что-то новое и что-то вообще абсолютно непонятное. Опа, еще фиолет. Ты чего? Ядовитый? Блин, ну как говорится, к ядовитому молоту тут надо одну аппетитную сочную красочку, да, друзья, которой у меня сейчас нету в гараже. Пора, походу, тянуться за той самой краской. Кто понял, о чем я, тот вообще красавчик. Вообще красавчик. Но мы открываем дальше. 42 контейнера осталось. Я открыл чуть больше десятки. И пока 2 фиолетика, 1 золотое. Что-то как-то похоже. Боги рандома со мной сегодня или что? Еще 10 голдов. Ну, голды, как говорится, никогда не бывают лишними. Что еще у нас тут упало? 125 двойной защиты. Ладно, окей. 125 двойного урона, все понятно. Может быть, опробовать пятерочку. Давайте попробуем пятерочку. Чем черт не шутит, а вдруг с пятерочки сейчас чем-нибудь дропнет, а? Ну, может, конечно, и 5 белых свечений. Может, что-то и будет, 50 батареек и 3 дня премиума. Ох, премиум аккаунт, конечно, мне очень сильно нужен. Но давайте открывать пятерочку, раз не хочет она мне давать ничего. Придется что-то выдать. Двойная защита. О, Франция, ничего себе, и фиолетик. Краска коррозии. Ух ты же, бог ты мой, какие краски мне падают. Я такие вообще впервые вижу. Впервые вижу такие краски. Что мне с ними делать? Расскажите мне, друзья. Ну, что-то падает неплохо. И, если честно, падает неплохо. Я даже в какой-то степени удивлен. Ух ты, еще фиолетик. Я в шоке. Эффект темная луна. Блин, что столько дропает? Что случилось с этими контейнерами? С них опять начало падать? Или что? Я вот сейчас реально не понял прикола. 5 голдов. 20 штук у меня осталось. Открыто больше 30. Но свечений хороших чересчур много. Прям чересчур много. Это что ли мне окупает за те 2 раза, когда у меня ничего не падало? Возможно, оно так и работает. А возможно, просто сегодня какой-то халявно удачный день. Если бы, конечно, мне бы сегодня еще бы сейчас дропнуло бы красное со страйкером XT, я был бы куда более доволен. Еще 3 дня према. Но понятное дело, что я не настолько везучий человек, чтобы мне еще при таком грамотном открытии еще упало красное свечение. Из красного свечения еще что-нибудь годное было. Я же не миллионер контейнеров, я же не могу себе позволить открывать их тут тысячами, миллионами. У меня всего лишь моих 50, с которых хотя бы уже что-то упало. Да, да, да. Потому что в последнее время, по сути, ничего годного не падало. 10 кокри. Ну и пятерочка. Давайте последнюю пятерку, так пятеркой мы и откроем. Пусть она будет пятерочная, белая, может быть. Может, что-нибудь упадет. 25 кокри. А, вот 25 кокри падало. Извините, я там ошибся. 25 тысяч кристаллов, а не 50 тысяч кристаллов, когда я говорил про красочки. Да, тут я, конечно, немножечко ошибся. Ну вот такой вот видеоролик у нас получился, друзья. Я вам бы сказал бы, что... Я бы на вашем месте бы поставил бы Лукас на данный видос. Довольно-таки неплохо мне нападало, скажу я вам так. И
Я, честно говоря, в какой-то степени даже поражен. Я надеялся, что я сегодня открою данных 50 контейнеров, как всегда побомблю, скажу, что мне ничего не упало, опять какие-то белые свечения, никаких ни красок, ничего, в общем. Я думал, что мне не упадет, а тут мне выпадает сначала с золотого свечения такая сочная аппетитная красочка, где она только, вот она, пропустил ее. Золотой механизм мне выпадает, потом мне падает свечения всякие разные, мне падают еще и премиум аккаунты, золотые ящики, в общем и целом. Нападало довольно-таки неплохо, поэтому я бы на вашем месте поддержал данный видеоролик. И если вам нравится вообще открытие контейнеров, если вам нравятся наши любимейшие видосы, ну и если вам интересно смотреть, вы можете также взять и подписаться. Вот такой вот видеоролик у нас получился. Спасибо, ребят, всем за просмотр. С вами был мистер Ванька. Всем удачи и всем пока.